Здравствуйте. Хочу сегодня процитировать, что называется, по горячим следам. Вот буквально только что появившийся указ мэра Москвы за номером 127 от текущего дня, то есть от 29 декабря 2020 года. Мне кажется, что этот документ вообще-то войдет в историю. Почему? Потому что мэр Собянин, он, на мой взгляд, просто откровенно уже на документальном уровне начал проводить геноцид в отношении населения города Москвы. Ну, начну со второго пункта, то есть самый простой в этом документе. Пункт это о том, что с 11 января по 17 января включительно продлеваются каникулы для всех школьников, проживающих в Москве. Но речь-то идет о том, что каникулы для школьников, а у родителей вообще-то в это время уже работа будет с 11 числа. И на кого мэр Собянин оставляет детей в домах, не совсем понятно. Но это все цветочки, хотя тоже такие уже достаточно развесистые. А больше всего меня, конечно, поразил пункт номер 1.2, где говорится о том, что требуется установить, что возможность использования для льготного бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решения органов исполнительной власти города Москвы, ранее приостановленное в соответствии с настоящим указом, возобновляется при условии вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через 14 календарных дней после второй прививки вакциной. Я напомню, президент сказал, что вакцинация будет добровольной. Это пункт номер один. А пункт номер два. Каким образом вот этот документ может лишать людей льгот? Ну, речь идет о льготных категориях, да, это дети, пенсионеры и так далее. Люди, которые получают социальные карты и пользуются бесплатным проездом. Как может мэр своим указом лишать людей льгот на основании того, что они не привиты вакциной какой-то там? Какая разница какой? Это вообще что такое? Ну, мне кажется, что это уже просто Сергей Семенович не только добрался до дна, но он уже постучался туда и, в общем, мне кажется, с этим надо что-то делать. Владимир Владимирович, этот человек управляет у вас столицей. Очень странно. До свидания.